Стартовая точка, село Зубово, город Уфа. Башнефть, заправились полным, едем в город, едем в Крым. У друга надо супругу вместе с внуком забрать, там что-то творится невероятное. Полный бак бензина, полный бак газа. Маме, если что, не говорите, у нее шок будет. До Волгограда 30 километров. Сколько? 9 часов вечера получается. Дальше на Краснодар. Едем? Что еще делать? В общем, пока до Волгограда ехал, граница Саратовская область Волгоградская. Метель такая, что я такой на Чукотке последний раз видел. Наледь сильнейшая. Степь, ну, короче, нечто. Дальше. Дороги ужас дикий. Что Самарская область, что Саратовская, что Волгоградская. Ни за какие деньги я больше в эти края не поеду. Еще такие края есть, типа Киров, Курган, Ивановская область, Владимирская область, Череповецкая. Конечно, Ленинградская. Так, я так понимаю, вот он, Волгоград. Дороги не горят. Стекла у меня, конечно. Так, ну все, поворачиваем на Ростов. А дальше уже на Краснодар. 700 километров осталось. Полиция, море. Все иностранные машины ловят. Ну, понятно. Еще те новости. Ладно, в путь. Вот такого говна я проехал 114 километров в час, блядь. 114 километров. Еще 27 до какого-то кольца. 60 км в час едешь. Вон что. Дороги все вот такие. Ой. Вот фуры едут как. Еле плетутся. Краснодар едет. Но этому пофигу, он вездеход. В общем, друзья, в Крым не поедем. Меня уже люди в Краснодаре ждут. Вот. Слава Богу. Хотел по Крымскому мосту прокатиться. Ладно, я тут такого ночью насмотрелся с этими дорогами. Это нечто. Вот это... Дорога, по которой еду, это Париж-Москва. Это автобан по сравнению с тем, что я видел ночью. Не приведи Господь никому такое видеть. Ладно. Едемте. 400 километров до Краснодара. Машину моем и назад. Жителям Урала и Башкирии. Тут уже травка зеленая.
еще месяца два ждать. Ладно, ездил, лето повидал, скоро назад поеду. Так, ну все, забрал я пассажиров с Краснодара. Выезжаем на Волгоград. В Волгограде квартира съемная, ночуем. А потом Самара. Вернее, мимо Самары. Самары. А, какой еще? Саратов. Потом только уже будет этот. Самарская область, Оренбургская область, Татария и город-герой Уфа. Пошли клиенту какого-то коллекционного вина себе купить. Главное, чтобы мы не попробовали всю эту коллекцию. То прокатимся. В общем, вот и Волгоград. Ночевали здесь. Впечатление от города, я вам скажу, еще то. Вот это он весь. Вот, можете верить, можете нет. Волгоград вот такой весь. Вот. Вот в этом подъезде мы сегодня, в этом доме ночевали. Вот. Вот эти вот дороги, вот этот вот песок, это все, вот это Волгоград мрачное. Еще интересно, чем город. Проехали сколько? 15-16 километров по центральной улице. Вот проедешь этот город, ни освещение, не, имеется в виду, ни дома не оформлены, никак-то не подсвечиваются, ничего. Только заправки светятся и светофоры. И по центральной улице освещение. Все. А проезжаешь, ночью даже глаз ни за что не зацепится. Никаких достопримечательностей вы не увидите. Короче, еще тот город. Все серое и мрачное. Вот такое. Да. Ну ладно. Едем дальше на Самару. Ночуем там потом. Две минуты, минуту снимать, выключить и опять включить. Потом в WhatsApp не залезет. Вот отсюда же мы ночью заезжали. Да, а была вон другая. Юль, ты боялся? Ну как не бояться, там по каким-то этим сточным каналам. Вон дорога нормальная была. А как? Вон. Там что тут, что там, смотри. Весь серый, да, смотрите. Сейчас это начнем проезжать эти жилое.